Это Яндекс-станция Мини. Компактная умная колонка с Алисой. Она играет музыку, помогает с делами и отлично чувствует себя в любом интерьере. Алиса, доброе утро. Доброе утро. Алиса, включи что-нибудь бодрое. Яндекс-станция Мини услышит вас через всю комнату и включит музыку. Музыку, которую подберет специально для вас. Станция Мини хорошо звучит, а если нужно, ее легко подключить к домашней акустике. Громче и тише можно делать не только голосом, но и жестами. Алиса, включи свет. Включаю. Алиса умеет управлять умным домом и помогает с домашними делами. Например, может подсказать рецепт чего-то особенного, ответить на вопрос или выполнить поручение. Алиса, сколько варить рис? 15-20 минут. Хорошо. Напомню, через 15 минут выключить плиту. А еще станция Мини помогает развлекать детей. И главное, никогда не устает. Только что отвечала на вопросы обо всем на свете, а сейчас готова рассказывать сказки. Алиса, расскажи сказку «Четыре желания». Яндекс-станция Мини управляется голосом и помогает в любом уголке квартиры. Кстати, музыку можно не только слушать, но и создавать. Алиса, дай звук аккорды пианино.